я что-то уснул так, что... Как ты уснул? Как ты стоял уснул? А вам гадают, что ли, здесь еще? Для гадания сделал? Конечно. Ой, номер, а погадай на сегодняшнюю игру. Все очень густо, может быть, это... Очень густо, да. Да. Круглое очертание, все это больше всего похоже на жопу, на номер. Ну... А, вот смотри, номер. Это же похоже на летящую птицу, да? На феникс, да? А пюник, это феникс же, правильно? Да, да. Номер, это сегодня исторический день для армянского футбола. Конечно. Во-первых, третий раунд кондиционный. Во-вторых, я не помню, чтобы армяне играли против евреев. Вот объясни мне, ведь Пюник занял пятое место после того, чекать армяне. Да, да. А как он играет в Еврокубках? Потому что, вы понимали, пятое место – это предпоследнее в чекать армяне. Да, было шесть команд. Дело в том, что Ширак погряз в скандалах и снялся, соответственно, с турнира Лиги Европы, куда он попал. Но парадокс армянского чемпионата в том, что из шести команд четыре попадают в Еврокубки. И Пюник оказался в каком-то далеком-далеком раунде. Вы очень колоритно смотрите. Да, да. Очень много передач удастся, поскольку я спокойно. Да, как добрались. Прекрасно. Массимо, я вас знаю. Приятно познакомиться. Мне тоже. Это большой друг для Армении. И большой друг для России тоже. Я помню, Массимо работал запасным арбитром на историческом матче для российской сборной. Россия-Голландия на Евро-2008. Я сидел как раз за спиной Гусахиденко. И вы подошли и сказали. А после добавили. Это футбол, это вам не офис. Да, я обычно так себя вел на футбольном поле. Это не моя проблема, заткнись. Окей, я просто... Тихо, сосредоточься, Иван, пожалуйста, не болтай тут. А то мы так никогда не закончим эту гребаную игру. Артур, ну расскажите нам про Пюник. Мы все ждете пятое место, и вы с таким успехом играете в Еврокуб. Конечно, большой очень вклад Андрей Талалаев. Очень оперативно собрал команду. Потому что прошлый год был первый год для меня в футболе, первый блинкомом, то есть я смотрел, изучал, особо не вмешивался. Потом, когда для себя уже понял, и вот хорошо, что удалось Андрея, такого специалиста, привести в Армению. Он работает всего вот неполных два месяца, а уже такие успехи. Мне кажется, немножко сполыхнули и футбол в Армении, в том числе во многом, кстати, благодаря и Нобелю, который тоже очень активно поддерживает нас и приезжает. Был на прошлой игре, удачной игре для нас, потому что... Пюник первый раз, ну не только Пюник, вообще армянская команда первый раз слышала в третий квалификационный раунд. Я думаю, должна быть интересная игра сегодня. Талалаев, на самом деле, за короткий период смог сплотить команду. Когда бьются за каждый сантиметр. Когда играли с Вардаром на выезде, я там даже шутил, я говорил, когда пишут, сколько пробежали игроки, надо внизу еще написать, сколько пробежали доктора. Стычки были настолько боевая, жесткие, да? Очень боевая была игра. И когда уже Вардов побежал вперед всей командой, нам удалось их подловить на контратаке. Так игра была, конечно, абсолютно такая равная, жесткая. Знаешь, как македонские СМИ называют Пюник? Нет. Европейское чудо из Армении. Какие планы? Победы? А мы не знаем. Мы, в общем, так плывем по течению. Для первого дня в Армении мне нужен прекрасный гид. Меня встречает Карен. Привет, Карен. Привет. Это главный спортивный комментатор Армении. Он работает на первом канале армянского телевидения. И Карен комментировал все победы армянского спорта в 21 веке. Великие победы. Только великие. Да. То есть мы заранее знаем, когда будет великая победа, и только тогда Карен берется. Мне просто везет. Карен, куда ты меня привел? Бум. Да. Бум. А что сейчас сезон у нас в Армении, Карен? Вот как раз сезон вот этих великолепных персиков. Видимо, абрикосы уже отходят, да? Уже они сейчас не сезон, да. Попробуйте, пожалуйста. Мы сказали, что абрикосы не сезон, сразу человек обиделся. Василий, тут обидеться, если персик не попробуется. Это лимон. Вы уже понимаете, да, что в армянском ГУМе происходит? Вот вошел, и сразу можно выходить. Все уже нашлось. У меня есть маленький секрет. Потому что у меня нет, я не успел купить армянскую валюту. Я ничего не могу здесь купить, и не могу об этом сказать Карену, потому что иначе все купит он. Это вам на дороге? Неудобно, ну правда. Неудобно ничего нет. Тут брат. У нас такие люди любят сделать приятное людям. Брат, это вам на дороге. Спасибо огромное. Без проблем. Мы
не потратили еще ни одного драма на рынке. Самый главный, знаешь что? Что? Хорошие воспоминания сделать отсюда. А вот и родная видность восторга. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе надо пить, а? Пока в Армении. Угостить? Нет. Гранатным вином. Гранатным вином? Как это нет? Нельзя мне. Я слово дал. Да? Не могу. Я тоже давал. Это мускатовый, ты попробуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Первый раз его играю. Да ладно. Это никогда не буду. Это непростительно. Да, и вы знаете, самое обидное, что я еще и не пью. Василий, мы тоже с Араратом обычно не пьем. Но мы сейчас попробуем абрикос, очень хороший, чернослив и персик. Вот смотрите, я, конечно же, не пью, но самый пьющий режиссер, который выпьет все за меня. Да. Режиссер, я угощу. Алексей, пожалуйста. Это шиповник. Шиповник, да. Сколько градусов? Ну, это 40, да? 40, правильно. Понятно. Гуман. Это абрикос хороший. Господи, Иисусе, Христе, что ж там такое-то? Это тут я прям по запаху чувствую, что тут не 40 градусов. Не 45. Ну я же чувствую, что не 40. 45-50, ранее. Нос калиброван. Эти шарики означают, что у него градус выше, чем 40. Это неспроста вот такие шарики. Ух! Друзья мои, возможно, вам интересно, как мы здесь оказались. Мы просто сбились с пути. Не сбились, нас сбили с пути. Ей-богу, я... Абрикосово вы так... Я не принуждал. Знаешь, что, Карин? Я просто приглашал. Вот это персик. А это обязательный порядок. Сейчас... Персиковая водка с персиком. Гость в Армении – это от Бога. Мы живем специально, чтобы гостей принимать. Вот слива. Слива наливаю. За вас. Абрикосы. Чернослив. Давай персик. Вот сюда. Мне еще работать сегодня. Давай за великий футбол. С яблоками еще. Давайте за великую Армению. За великую Армению, Андрюша. Все, звоним Корнену, поехали на Сиван. Просто если еще сейчас каждые 5 минут, я просто реально, я не дойду до матча. Еще живительный воздух в Армении и дружбы армянских друзей, которые доведут тебя до какой-то... Поможем, вернем сознание. Абрикос. Нет, третьего. Дружба между народами. Счастливого пути до Сивана, дорогой. Мы приехали на Сиван. Вот что все-таки необходимо попробовать здесь, когда последние силы остаются? 65 градусов. Я никому не даю, сам пью, но тебе налью. Домашний? Ну, 68 градусов. 30 лет тому назад папа делал. Добро пожаловать в озеро Сиван, да? Ради этого стоит и жить. Я же сказал, а мне. Я бы хотел бокал поднять, выпить. На самом деле, за дружбу народов. Мне выбили тост из табуретки из-под моего тоста. Это мой тост. Руководство этого ресторана угостил нам этот вино. Угостил из-за того, что наши российские друзья вот это вино. Наверное, с собой возьмете Москву. Спасибо. Спасибо. Вместимость 3 литра. Так что это подарок. Вот гранатовое вино. Тебе подарили люди. Нет, давайте за бокал поднимем. Нет, давайте выпьем за наших детей. Это обязательно. Да. Коллега, мне помочь философский вопрос. Давай. В Армении так вкусно. И за столько лет в футбол играет один Генрих Мхитарян. Может быть, с вкусной едой не связь. В футбол играют все, но хорошо играет Генрих Мхитарян неплохо кушает. Просто Генрих Мхитарян сколько кушает, двойной отрабатывает. Остальные армяне сколько кушает, столько отрабатывает. Вот плюс Генрих Мхитаряна в этом. Thank you.
другом Армении не может. И бой республика вот нас, ведь это статистика. Наше батарезвитие после рассела. И рыбку хорошо. Нам бы на игру не забыть попасть. Ай-яй-яй-яй-яй. Сегодня будет Пашинян на матче? Будет этот будущий мэр. Вот, да, будущий мэр Еревана? Ну да, он будет стабить там. Вот этот, ну который... Жалко, Пашиняна не будет. Была бы красивая встреча Василия и Никола. Журналисты, да? Да, вы журналисты. Там, может быть, будет второй человек, он сейчас позвонит вам, Натян. Он руководитель местной службы национальной безопасности, типа, Любеновичева. Но очень такой любящий футбол. Ну и Пашинян любит футбол. Очень, да. Ему лет 40, наверное, правильно? Сколько? Да, 40. Больше 40. Ну, что? У него недавно был день рождения, и весь Ереван гулял в день рождения Никола Пашиняна. Где? Да? В какой стране еще увидишь, когда народ... День рождения премьер-министра приносят на площадь торты, угощают друг друга. Это действительно такой народный праздник. Вась, ты хочешь в раздевалку, да, попасть? Я был в раздевалке после игры с Вардаром. Передать сложно. Такое безумие, столько эмоций. Играли одиноки, Ереван. Для них было шоком. Они были уверены, что сейчас пройдутся крупным счетом. Они сняли тренера. Был уволен тренер. И когда мы приехали на вторую игру, был новый тренер назначен, исполняющий обязанности. Ну и там нам говорили, ребят, ну сами виноваты. То есть вы там типа разыгрывали зверя. Когда там выиграли 2-0, да, этот вот исполняющий обязанности был вынужден покинуть, да, свой пост. Да. Потом мы играли с Тоболом, то есть первую игру проиграли там 2-1, причем так палку с колес вставляли. Да, даже визу не давали вашу. Да, визу не давали, то есть мы с трудом там собрали команду. И когда здесь выиграли и прошли в следующий раунд, на следующий же день был уволен тренер Никитенко, тренер Тобола. Вы снимаете тренера. Ничего себе. Это наш фирменный мильфей. Все началось с армян, да? Это французский десерт, но корни у него армянские. В 1559 году, когда Франциск II стал королем Франции, кантеры хотели подарок сделать своему царю. Странствовали по разным странам Европы. Ну, кроме тирамису, так и ничего интересного не нашли. Дорога вела их в Армению. Они были удивлены видом лаваша. Тонкие, длинные листья. Подумали, почему бы и нет? Пусть будет 1000 таких слоев, а внутри крем. Ну, мильфей дословно в переводе с французского так и означает 1000 листьев. Ну, наши кондитеры нашли старый настоящий рецепт мильфея и создали вот такую красоту. Мильфей – угощение от нашего ресторана. Ой-ой-ой. Нет. Это одна порция? Как моя голова. Одна порция. Очень красиво, но я не могу. Меня простите, пожалуйста, заранее. Всем лавашом. Я не могу. Пошел в тренеры. Знаешь, так сидишь, сейчас происходит важное поле. А-а-а-а! О! Здорово. Как добрался? Прекрасно. Какой-то, я делал такой очень серьезный врач. Я? Да. Ну, я перед игрой набираюсь, так, знаешь, такой серьезности, а так в жизни нет. Ну, ладно, ладно. Мне скажи, а вот ты же приехал буквально, вот под задачу это приехал, да, выйти в Аэроклуб, мне интересно было именно это? Да нет, почему? Интересно было команду построить, когда есть возможность. В России-то не дают, ты сам знаешь. Сейчас, ты знаешь, сейчас время, мне кажется, удобных тренеров, таких, которые молчат, а за них генеральные директора все определяют, все пилят, все обсуждают, все рассказывают. Мы встали, поехали. Пацанами поговорили, тех, кого знаем. А команда сильно обновилась? Ну, у меня пятеро армян осталось, да, которые были. Легионер шестой. Сейчас в составе 5 человек новых. А этот парень в фамилии Жестоков? Он есть. Защитник и хорошая фамилия. Все шансы.
всегда есть, но, знаешь, из пяти факторов, которые определяют, по четырем они точно впереди. Я не знаю, какие пять факторов главные в футболе, Вася. Знаешь, пять главных факторов в футболе, когда играют команды? Думаю, что знаю, но когда Михаил может их пять. Интересно, какие пять факторов, я думаю, что они? Настрой. Вообще, да, определяют три самых главных. Да. Это конкурентоспособность состава. Первое, да, – психофункциональное состояние, психическое состояние, функциональное состояние команды. Два, да, три. Третье – состояние именно на час матча. На час. С утра может быть все хорошо, позвонила жена, и до свидания. Да. Вот. Четвертый это пятый самый последний это мотивация. Внутреннюю мотивацию можно субъективными факторами, там, премиальными, значимостью матча, там, привести, допустим, детей инвалидов, да, болельщиков в полный стадион. Да. И он может поменять. То есть вот эти все пять ключевые. Да. Единственное, мы по пятому не уступаем. Все остальные четыре мы пока. Хорошо. Сегодня будешь руки делать. Давай, готовься. Это ведь ровно то, о чем говорил Николай Озеров. Встречаются друзья-соперники. Столько тысяч лет на одних фронтах, за каждую копейку мирового бизнеса. И вот сегодня, наконец, на пути в Лигу Европы они играют в футбол. Первых 10-12 минут Макаби, конечно, команда, видимо, более опытная, может, и более хитрая. Все-таки Израиль такую-то прихватила, пару ошибок спровоцировала. Мой прогноз, если в первом тайме Пенек не пропустит, это будет как бы надежда на хороший итог сегодняшнего дня. Макаби уже 10 минут дают как хочешь, что значит, да? Как будто вам кашламу принесли. Вот сейчас контратака. Давай, 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 родной. Гектар поля перед тобой. Ну что вы делаете, а? Центра поля. То есть уже вообще не верю, что подведут к воротам, вложат мяч в ногу. А тебе бы подвели к воротам. Матч такой? Да, матч веселый. Веселый, пожалуйста. Я чувствую, Артур Сагуанян там просто веселится, просто подпрыгивает от удовольствия. Всех на стадионе, и он показывает себе пальцами, кого не спросишь, кто это такой. Говорит, это будущий мэр Еревана. Я здесь сказал, это наш армянский Гарик Мартиросян. Я даже не знаю, что круче. Какими-то непонятными. На стадионе нельзя проходить с бутылками, даже с водой закупленными. Если бы УЕФА чаще бывали в Армении, они бы запрещали.
Россия проходить на стадион с персиком. Потому что, знаете, вот прицельно пущенный вот такой персик, это же косточка от него. Он может серьезно травмировать. Пока они не знают, я, пожалуй, разлегусь персиком на трибуне. Посмотрим, как все развивается. Кто-то хочет пойти с ворота Макаби, но я бы пошел вот сюда, наблюдать за реакцией Талалаева. Видели? Вот это идеальная работа комментатора. Лучшая точка для работы комментатора. Лакшери комментарии для тех, кто сидит на скамейке. И все понятно. Очень важный момент. 10 минут сыграно во втором тайме. Последний шанс у Пиника сломать игру. Было две хороших атаки. Ненавижу эти слова, два хороших подхода. Ой-ой-ой, Макаби атакует. Очень опасный штрафной. В том числе вот сейчас будет все решаться. Талаев у самой кромки поля. Все футболисты Макаби в своей штрафной, спешить не нужно, вот уже разбег и удар. Сейчас вспоминаю, что Артур говорил днем, что удалось объединить команду, что она боевая. Но это действительно так. Если бы этого не было, они бы сейчас горели два мяча. Ну, два, один больше. Сюда, блядь! Он ждет! Покажите плечами, сделайте рывок туда или сюда, плечами, покажи! Куда ему пас дать? В втором тайме Макаби хочет не рисковать. Пиник очень старается, но не хватает ни класса, ни физических сил. Я думаю, что Пиник тоже понимает, что ничья 0-0 в принципе для первого матча с фаворитом. Тем более матч домашний, это нормальный результат. Макаби нам представлялся командой, которую просто невозможно пройти, и при всем при этом Пиник да. Ответ на матч, скорее всего, поедет шанс. Целлофан прорывается в штрафную. Он медленно, не замечает его. Легкий порыв ветра. И уже могут опаснее. Пакет целлофан создал самый опасный момент. Состоит Пиника. Попал в штангу. Так там в штанге до сих пор лежит. О, смотрите, еще один. Это его брат. Вася, Вася, Вася. Нет, нет, мы отобьемся. Пошло добавленное время. 0-0. И можно сейчас свою атаку начать. Давай, выноси вперед. Ну, давай, давай, есть побороться. Ой! Ой! Ну что, молодцы, шаг сделал. Спасибо, Боря. Остановимся, отдохнем, поедем туда, накажем на контратаке. Спасибо. Настоящая команда. Удачи. Вам понравилось, да. Забудьте. Я вам говорил, сыграем на вот, все будет хорошо. Мы поймаем там. Здесь, ну не повезло чуть-чуть. Алик. Били кто? Канате и ты когда? Кто? Скажи голосом, я падаю и все, и бей. Ты маленький, резкий, мы показываем окно. Все, кто играл 5 матчей уже по 90, отдохнул по травмам, чтобы завтра у доктора с утра уже все были до 2 часов, чтобы все было ясно. Я улетаю, ребят, должен знать, что у кого у нас случилось. Пошли, вставай. Мне кажется, выдающийся
отличный результат уже для армянского футбола. Если еще один раунд пройдет, это вообще будет фантастика. А если, я не знаю, выйдет групповой этап Лиги Европы, то тут можно где-нибудь рядом памятник небольшой поставить. Кстати, вы видите, флагмановый пакет сопровождает весь матч. Да, вот тут они стоят, тут много полицейских, да, мы тут стоим. Да. Извините, я не сразу вас узнал. Здравствуйте. Как вы? При таком освещении. Я, слава богу, нормально. Мы сегодня вспоминали ваш гол в ворота сборной Бельгии. Мы спорили, мы не могли вспомнить точно, вы ножницами пробили или просто сходу пробили? Сходу. Вот это. Вот, я же говорил сходу. Не ножницами? Вот, видишь, Набель? Вот, а вот здесь это вспоминали. Слева пошел, а я вот лежу. Да. А потом вы также били с Польши и не попали. Выше вот что. За 5 минут. Мне 10 лет было, был мой первый чемпионат, который я смотрел. Карен Оганесян. Он был выдающий игрок. Чемпионат Армении, видишь, он у нас такой. В этом году будет, конечно, поинтереснее, я думаю, битвы будут. Но все равно, конечно, у нас приоритет стоит. Зацепиться. В этом году достаточно далеко прошло. Нет, еще ничего не кончилось. Понятно же, что они сильнее. Но это так было понятно. 0-0 первая игра, чего? Надо бороться. Будем цепляться за 1-1, на 1-0. Да. Забить. Как Андрей говорит, что у нас моменты точно будут в следующей игре. Вот забьем, не забьем. Жизнь покажет. Ай-яй-яй-яй-яй. Позвольте, Ванюш, у меня очень много впечатлений сегодня. Я хочу выпить просто за пюник. Дело в том, что я много раз слышал и участвовал, даже организовывал разнообразные разговоры о том, как сделать так, чтобы в футболе что-то стало получаться. Как правило, умные люди собираются, говорят об этом час, другой, иногда третий. В конце говорят, надо поднимать детский футбол. Неизбежно к этому все приходит. Это примерно как вот если говорить, давайте, ребята, жить дружно, например, да, чтобы все войны прекратились. А, по моим наблюдениям, это начинает получаться, когда за дело берут серьезные люди, встречаются друг с другом, находят общий язык. Мне кажется, это происходит в пюнике. Я хотел бы, чтобы у вас надольше хватило терпения, потому что вы как-то все люди самостоятельные и предприимчивые. Вы на это или можете начать ругаться. Я надеюсь. Потому что у каждого есть свой взгляд. Вот, поэтому, да, поэтому за вас, за то, что вы встретились, увиделись. И сегодня был очень бодрый футбол, где команда, которая уступала в мастерстве, не сдавалась, давала бой, старалась. У меня не все получалось. За вас. А следующий, то сегодня на детский футбол. Вчера вся пресс-конференция была посвящена. С Верой договорились, да, говоришь. Я говорю, ты переводи любой вопрос, а я буду сводить все опять к этому детскому футболу. Василий, я не очень помню, вы правильно сказали, да, это ваше первое посещение Армении? Первое. Я удивлен, что первое, потому что я что-то подумал, не ослышался ли я. Вася, я вас наблюдаю с 95-го. Я вообще считаю, что лучше вас в России никто не владеет словом. Это правда. Вы впервые на армянской земле. Я хочу пожелать вам, чтобы вы на эту нашу армянскую землю почаще приезжали и отмечали с нами наши победы. Как минимум. Но если у нас, не дай бог, будет поражение, я думаю, вы тоже с нами постараетесь. Все темы нищих, которые... Давайте мы будем давать утро. Это все самое. Спасибо большое. Идем давать. Спасибо. Спасибо.